Эскалоп готовят не только из индейки, тут подходит свинина, говядина, курица и другие виды мяса, вырезка или филе. Расскажу о полезном и вкусном способе, как приготовить эскалоп индейки. Эскалоп можно обжарить на сковороде в панировочных сухарях или в кляре, а также запечь в духовке. Это отличное дополнение к любому гарниру или салату, даже необычному. Можете использовать любые специи по вкусу или обойтись только солью и перцем. Досмотрев видео до конца, вы узнаете, чего и сколько вам потребуется. 1. Вымойте мясо индейки, затем оботрите салфетками, с каждой стороны натрите его солью и паприкой, оставьте на полчаса. 2. Разделите абрикосы на две части, затем удалите косточку и нарубите их небольшими кусочками, очистите и измельчите кусочками лук, нарубите листочки базилика. 3. Смешайте уксус, сахар, 2 ложки оливкового масла, фруктовый сок. 4. Сковороду разогрейте с оставшимся растительным маслом, выложите лук и обжарьте до золотистого цвета, затем переложите в миску и соедините с фруктами и зеленью, затем уберите в холодильник. Вкусняшки, подписавшимся. 5. Верните сковороду на огонь и приготовьте эскалопы, обжарьте их с каждой стороны до золотистой корочки. 6. Переложите эскалопы в миску. Подавайте с гарниром из абрикоса и зелени. Подписывайтесь и ставьте лайки. Как и обещали, расскажем ингредиенты. Эскалоп 4 штуки, луковица 2 штуки, абрикос 300 грамм, базилик 0,5 пучка, сахар 2 столовые ложки, уксус бальзамический 2 столовые ложки, оливковое масло 4 столовые ложки, фруктовый сок 4 столовые ложки, паприка 1 чайная ложка, соль по вкусу, количество порций 4. Палец вверх или вниз, комментируйте, подписывайте. До свидания, друзья!